Мировой рынок меняется так быстро, и требования меняются так быстро, что сейчас разработка любой модели, автомобиля, вертолета, самолета и так далее, любого транспортного средства, ну и я думаю, и телефона там, или еще чего-то, компьютера, нужно разрабатывать очень быстро, иначе эта ниша будет занята. Соответственно, мы вот решили стать такой розеткой. Собственно говоря, это многофункциональный, мультиформатный, межотраслевой апгрейд промышленных предприятий. Мы очень быстро менеджменту предприятия приносим остальные недостающие компетенции. Если я раньше был дизайнером автомобилей, скажем так, да, то сейчас мы создаем системы, которые доводят до руководителя предприятия, который принимает решение, чтобы он и его предприятие не умерли, как это сейчас с ВАЗом происходит. Нужно очень быстро, мгновенно просто апгрейдить компетенции. Потому что этого не было очень долгое время. Или они были в зачаточном состоянии. Соответственно, как бы вот наша задача такова. Те люди, которые 20 лет назад делали, у них 20 лет не было проектов. В стране вообще не было проектов, даже больше. Я сказал бы, 40 лет не было проектов. Так вот, те люди, которые еще в работе, они очень жаждут какой-то деятельности, психологически. Они говорят, у нас не было проекта. Представляете, мы пришли молодыми специалистами, а у нас нет проекта ни одного. Дайте нам хоть что-нибудь сделать. Они готовы работать вообще. Просто они вот так вот. Это раз. Это хорошая мотивация. Вот, вторая штука. Мы, конечно, берем профессионалов, которые знают, что делать конкретно вот в этой схеме. Что я хочу сказать, да, что после того, как поработал в огромных мультинациональных корпорациях, хочется делать что-то для страны, во-первых, да, вот без всякого пафоса, да, потому что настолько много людей, которые ничего не делают. Хотелось бы заниматься, а, понятным, б, полезным. Туда я уже больше не поеду, там я уже все видел. Вот, поэтому те, кто с нами работает, то есть Астророса, вот команда Астророса, все уже здесь, все уже там были, у всех уже все, что нужно было сделано, уже сделано. Поэтому мы уже вернулись, чтобы работать здесь, чтобы помогать тем, кто не знает, а таких много. Повышать ВВП Японии не хочется больше. То есть хотелось бы здесь немножко поработать. Почему? Потому что проще всего сказать, ребята, ну и вас нафиг, блин. Да, с вашей бюрократией, там, с вашими откатами, там, воровством там, и все остальное прочее. И многие так и делают, уезжают. Сейчас я вернулся, чтобы это делать то-то, то-то и то-то. Да, потому что если сам не сделаешь, кто сделает? То есть нужно думать о будущем уже сейчас, а еще лучше вчера. То есть сколько у нас в R&D идет денег? И вот эта же компания Toyota, у нее, скажем так, R&D в год больше, чем 10 R&D на всю нашу страну. А это только одна компания. Вот этот дисбаланс, он очень большой сейчас. Но тем не менее, знаете, я просто думаю, что если будут проекты, если будет понимание и целеполагание, то народ вернется. Они не очень счастливы там, правда. Понятно, что надо создавать условия, все такое. Все это получится, если будут проекты. Сколково.